В город можно влюбиться всего за один день. Не верите? Напрасно! Я предложу уникальный маршрут, который вы легко сможете повторить и убедиться лично. На путешествие не обязательно тратить много времени и денег. Сегодня мне предстоит разбудить город счастья. Я сегодня встала на рассвете, чтобы отправиться в горы. Съесть знаменитые черноморские устрицы на брудершафт. Вкус действительно потрясающий, совсем легкий, деликатный привкус рыбы. Продрогнуть на 7 черноморских ветрах. Не напрасно. Позади меня романтика над 40-метровым обрывом. И узнать, как в Ливадийском дворце перестроили кабинет императора Николая II к приезду президента Рузвельта. Здесь заменили покрытие верхнюю часть стен, поскольку голубой цвет был любимым цветом голубоглазого 32-го президента Америки. Голубые занавески, голубое покрывало и даже голубой телефон. Утро. Я сегодня встала на рассвете, чтобы отправиться в горы. А вот и мой проводник Денис. Знакомьтесь. Сейчас я покажу вам с вершины Ай-Петри, как просыпается город счастья. Да-да, именно так звучит официальный слоган Ялты. Всем привет, друзья мои. Меня зовут Диана Джалалова. И у меня есть только один день, чтобы стать еще счастливее и прогуляться по этому необыкновенному городу. Но пока я, можно сказать, выше ялтинских облаков. Хочу запомнить этот момент. Рассмотреть город, сколько ни старайся, не получится, потому что Ай-Петри – самая ветреная и туманная точка Южного Крыма. Здесь порядка 200 туманных дней в году. Но, честно говоря, я нисколько не расстроена, потому что красота необыкновенная, природа завораживает. По одной из версий, более 200 миллионов лет назад на месте Ай-Петри было дно моря, а сама гора напоминала огромный коралловый риф. Сегодня вершины, словно каменная корона, венчают собой крутой отвесный обрыв. Под аккомпанемент таких захватывающих видов всегда самый вкусный завтрак. Согласны? Да. У меня здесь что, чай травяной, да? Крымский настоящий. Он, кстати, безумно ароматный. Очень вкусная. Что за травы? Травы как раз-таки были собраны на Ай-Петринском плато. Обычно это в состав входит чебрец, крымская железница, он же лимонник у нас называется, душица, зверобой. А еще к чаепитию у нас фирменное крымское варенье из лаванды и розы. Вот с него, пожалуй, и начну. Это так вкусно. Это так вкусно. Мне кажется, это лучший сувенир для родных. Потому что это потрясающе. Берите ложечку, это так вкусно, слушайте. И лавандовое тоже хочу попробовать. У нас сегодня с вами пиршество настоящее. Где, как не здесь, пробовать. А вот саму лаванду тоже можно есть, что ли? Да. Ого! Ее, кстати, часто в кофе добавляют. Да. Обязательно привезу килограмм такого варенья близким. Кстати, именно в Крыму в советские годы были одни из самых больших эфиромасличные плантации в мире. Настоящий деликатес. Расскажите, пожалуйста, Денис, вообще откуда такое название Ай-Петри? Да, ну официальная версия, на самом деле, как называется гора, она пошла из Средневековья. Раньше здесь находился храм Святого Петра. И само название Ай-Петри – это греческое название, которое переводится «Ай» – это «Святой», «Петри» – «Петр». То есть гора Святого Петра? Совершенно верно. К слову, на Ай-Петри можно не только максимально эстетично позавтракать и заняться созерцанием в сезон, а это май-октябрь, здесь можно пройти по экстремальному веревочному мосту над пропастью и совершенно бесплатно заглянуть в пещеры со сталактитами. Добраться до Ай-Петри можно не только на внедорожнике, но и по канатной дороге. Кстати, она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Между верхней и средней станциями натянут самый длинный пролет без опоры в Европе. Ну что, осталось селфи на память, и пойду дальше.
Алечка, если б ты только знала, как хорошо в Ялте. Я ничего не читаю и целыми днями на воздухе. То у моря, то в горах. Фиалок здесь масса, мы рвем их на каждом шагу. Так писала Марина Цветаева своей сестре. И правда, не секрет ведь, что жизнь приморских городов кипит у моря. Добро пожаловать на центральную набережную Ялты, в сердце города, где шум прибоя отбивает его ритм. «Ялос, ялос!» – закричали измученные морскими скитаниями греки, когда увидели на горизонте сушу. В переводе «ялос» значит «берег», на котором странники и решили обосноваться. Однако это лишь одна из версий основания Ялты. Если точнее, 17 сентября 1837 года его императорское величество Николай I, по словам писателя Каверина, высочайше повелеть соизволил переименовать деревню Ялту в город Ялту. И случилось это по ходатайству графа Воронцова. Надо сказать, что во многом именно благодаря ему южный берег Крыма стал обрастать дворцами, шикарными виллами, парками и садами. Набережная запульсировала в ритме курорта и растянулась на целый километр. И на каждом шагу здесь можно найти что-нибудь интересное. Умоляю верить, брошен Ялту гипнозом Воланда. Именно сюда магическим заклинанием «брысь» был телепортирован герой «Мастера и Маргариты» Степан Лиходеев. И с тех пор с главпочтампа ежегодно тысячи туристов отправляют телеграммы с таким же содержанием. Своим родным. А потом идут обнимать знаменитый платан Айсидоры Дункан. Правда, обхватить его у вас вряд ли получится. Диаметр ствола 6 метров, а высота практически 31 метр. И дендрологи говорят, что его возраст около 170 лет. Именно под этим платаном своей возлюбленной, знаменитой танцовщице Айсидоре Дункан, Сергей Есенин однажды назначил свидание. Она приехала сюда, поселилась в отеле «Таврида», а он так и не пришел. Ох уж эти поэты. В честь этой грустно-романтической легенды рядом с платаном есть скамья влюбленных. И традиционно именно здесь ялтинцы назначают первое свидание. Невозможно, гуляя по набережной, пройти мимо памятника даме с собачкой, героине рассказа Чехова, который он, кстати, написал здесь, в Ялте. Писатель обожал Ялту за изумительный цвет моря. Любили. И в Ялте Чехова тоже. Причем настолько, что порой он и 100 метров не мог спокойно пройти. Антоновке, как называли его фанаток, буквально не давали ему проходу. И он от них скрывался на своей белой даче, куда сейчас и отправлюсь. «Ялта лучше Ниццы», – писал Чехов. И когда у него обострился туберкулез, он сюда переехал и построил вот этот дом всего за 10 месяцев. Это личный кабинет писателя. А вот и его рабочий стол, убранный в специальную нишу, чтобы спасаться от сквозняков. За ним были написаны пьесы «Три сестры», «Вишневый сад» и десятки рассказов. А вот у этого камина вечерами велись задушевные разговоры о творчестве и смысле жизни с Буниным, Куприным, Шаляпиным и Горьким. А еще однажды, сидя здесь же, Антон Павлович посетовал Левитану, мол, не хватает ему красоты русской природы. И тот попросил кусок картона, краски, и через полчаса родился вот этот шедевр «Стогасена в лунную ночь». В спальне Чехова особый экспонат. Вот этот шкаф – это тот самый глубоко уважаемый шкаф. Помните монолог Гаева из «Вишневого сада»? «Многоуважаемый шкаф, приветствую твое существование, которое вот уже больше 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости».
Этот шкаф, он из детства Чехова, и мама прятала в нем сладости. Поэтому дети обращались к нему с особым придыханием. Глубоко уважаемый. В этом доме с каждым предметом подлинным связана какая-нибудь история. Вот, например, эти часы. Сестра и правая рука писателя Мария Павловна Чехова остановила собственноручно на 1:30. Это время, когда Антон Павловича не стало. Отныне она была главной наследницей и директором музея, а во время войны лично отстаивала каждый экспонат. Духовно напиталась, пора бы и реально подкрепиться. Но это будет не какой-нибудь там обычный ресторан. Попробую вас удивить. Морской огород – важная гастрономическая достопримечательность Ялты. В умеренно просоленной, чистой воде Черного моря выращивают гигантскую тихоокеанскую устрицу. Верно, Сергей? Так точно. В 2005 году я узнал о том, что 100 лет назад было потеряно выращивание устриц в Черном море. До 1913 года черноморскую устрицу поставляли в Европу порядка 12 миллионов штук в год. Вот. А потом забыли, там, после войны, особенно когда завезли рапана. Вот. И рапан – это хищник, он с Японского моря прибыл, это моллюск. Он начал поедать устрицы, миди, и устрицы уже в 50-е годы занесли в Красную книгу. Но так как была потеряна популяция в 50-е годы, поэтому для того, чтобы возродить, нам пришлось молоть устричную завозить из Европы. Франция, Англия, Испания. Спад называется. Это 6-8 миллиметров. Маленькие такие семечки небольшие, да. Высаживаем мы в садки. Вот. Питается устрица фитопланктоном. То есть мы ее ничем не кормим. Это естественный природный продукт. Вообще, Сергей Кулик – выпускник физтеха и в свое время даже участвовал в запуске пилотируемых кораблей с Байконура. Но вот уже 20 лет, как его знают и любят в Крыму, потому что именно он, одним из первых в республике, стал возрождать устричный промысел. А как же можно определить качество устрицы? Может, мы можем прямо сейчас проверить? Сейчас проверим, конечно. Одну секундочку. Сейчас мы развяжем. Представляете, живые устрицы, наловленные прямо здесь, при нас, вот в открытом море. Да, сейчас я специально подобрал такой садок, чтобы вы видели размерный ряд. Угу. Вот троечка, вот двоечка, так. И вот единичка. Ага. Вот большая. Да. Самые вкусные, наверное, самые маленькие? Я думаю, да, потому что... Чем потому оружие, что мал тем... золотник, да, дорог. Да. Устрица открывается двумя способами. Или со стороны замка, так. Узкой стороной к себе, выпуклой частью на ладонь. Так. Вот. Вот здесь замок. А сам мускул, который держит две створки, находится чуть выше, правее середины. Вот здесь он находится. Ага. Вот. Но открывается двумя способами. Или через замок. Но если очень сложно, тогда мы подходим вторым способом напротив мускула. Вот. Мы заходим горизонтально. О, потом делаем вот так, папа, против часовой стрелочки. Вот так, мы открываем. А вдруг там жемчужина? Да. Вдруг нам повезет. О. А находите жемчуга или нет? В миде, да, в устрицах нет. Это когда песчинка попадает туда. Да, я знаю, да. Что она обрабатывает. И теперь мы так, вот смотрите, мы приоткрыли, заходим и верхнюю часть подрезаем. Так. Подрезаем верхнюю часть, открываем. О, вот она какая. Вот она красавица. Красавица, да. О. Как проверяется устрица, живая или нет? Когда здесь, да, здесь есть мантия. По мантии мы ударяем, вот, она сокращается. Видите? А, да, она сокращается. Она так, как, вы знаете, как будто она испугалась. Вот, подрезаем. Здесь все вкусно. Я могу просто продемонстрировать, как это делается. Да. Целиком, да? О! Ну как? Восхитительно. Белиссимо. Мне говорят, теперь тоже хочется. Как говорят... Итальянцы, белиссимо. Белиссимо, это хорошо. Да. Слушайте, вы так аппетитно съели. Да. А мне тоже можно будет попробовать? Не можно, а нужно. Берете немножко лимончика. О. И целиком. Так, о. Целиком выпиваете, заглатываете. Да, не спешите глотать. Черноморские, ух, черноморские. Как правильно нужно это дегустировать? Смотрите, мы не глотаем, мы ее жуем. Да, секунд 5-7.
А потом бокальчик сухого белого охлажденного шардоне. Мы себе такое позволить не можем, поэтому будем улавливать все нюансы и вкусовые особенности устриц. А я еще знаю, что вкус же может отличаться, верно? Да. От чего зависит? Какая зависит вот от той акватории, в которой она находится и чем она питается. Питается они фитопланктоном. Фитопланктон, он разный бывает, в зависимости от глубин, от температуры вот, и от местоположения. Ну, давайте с вами, вы тоже себя откроете, так сказать, да? На брудершафт. Ну, хорошо. Я. Но на самом деле, давайте. Мне кажется, что когда ешь с лимоном, так сильно не уловишь вот всей красоты, да? Да, ну, тем не менее. Прошу. Ну как? Слушайте, моя устрица прям такая сочная. Она у меня довольно мясистая. Но не вот такая, как кремовая совсем, как кашица, а она довольно упругая, я бы сказала. А вкус действительно потрясающий. Совсем легкий, деликатный привкус рыбы. Именно для этих красавиц был однажды придуман первый вагон-холодильник. И изобрели его в России, чтобы поставлять устриц царской семье. Верно так, же? Так, вы точно, в резиденцию верно. Сейчас и отправлюсь. А вам, Сергей, большое спасибо. Устрица у вас потрясающая. Спасибо. Приезжайте еще. До свидания. Еще. С удовольствием. века случился бурный рассвет Ялты как курорта. А все почему? Целебный крымский климат. Так, в 1860 году по совету известного доктора и ученого Боткина царская семья приобретает имение Ливадия. Вслед за этим событием отдых на Ялтинском побережье стал чрезвычайно модным. После спада летней жары состоятельные дамы полюбили вальяжные прогулки по центральной набережной в бархатных платьях, что, собственно, и дало название сезону в сентябре. Бархатный. Но отвлеклись от дворца. Ливадийский дворец пережил несколько превращений. От резиденции императора до первого в мире санатория для крестьян. Изначально это подарок Александра II своей супруге. Потом здесь жил Александр III, ну а затем Николай II. В начале 20 века резиденция уже не соответствовала запросам царской семьи, и ее было принято решение перестроить. Уже в новом дворце любимым развлечением стал вот этот лифт. На нем Николай II с семьей поднимались на солнечную веранду. Поднимались они сюда, конечно, чтобы позагорать. Но в историю Ливадийский дворец вошел благодаря еще одному правителю – Иосифу Сталину. Вот на этих 15 стульях в феврале 1945 года сидели участники Ялтинской конференции. А на трех креслах сидели лидеры союзных держав – Черчилль, Рузвельт и Сталин. Расскажите, пожалуйста, а как вообще готовились к конференции? Это ж такое важное событие было. За два месяца успели переоборудовать те комнаты, которые предназначались непосредственно для руководителей во дворцах. И вот комната отдыха, мы здесь находимся с вами, для президента США Рузвельта, была сделана из кабинета императора. Так что здесь заменили покрытие, верхнюю часть стен, поскольку голубой цвет был любимым цветом голубоглазого 32-го президента Америки. Голубые занавески, голубое покрывало и даже голубой телефон. Его ванная комната была тоже выполнена в цвете морской волны. А я слышала, что вместе с ремонтом здесь еще и всякие разные специальные прослушивающие устройства устанавливались. На самом деле так и было? Вполне возможно. Можно это допустить. В кабинете президента Рузвельта Все-таки. Было что-то установлено. Держали наше ухо востро, так сказать. Кстати, память о Ялтинской конференции хранит и шахматное сообщество. Разновидность партии, в которой участвуют три игрока, названа в честь исторического триумвирата лидеров – Сталина, Черчилля и Рузвельта. Ну а мне самое время сделать следующий ход.
Прогулка по Зимнему морю, конечно, бодрит, но красота видов завораживает. Можно бесконечно долго смотреть на то, как волны разбиваются о скалы, наслаждаться этим соленым ветром и делать снимки один лучше другого. Позади меня романтика над 40-метровым обрывом, ласточкино гнездо, визитная карточка всего Крымского полуострова. И этот замок пережил две войны и крупнейшее землетрясение. Ласточкино гнездо – свита из сотен легенд, и все они о большой любви. В нынешнем виде проект разработал московский архитектор Шервуд для богатого немца. Барон фон Штейнгель был настоящим романтиком и построил этот по-настоящему рыцарский замок для своей дамы сердца. Там, кстати, сейчас работает Ласточкина почта, и вы можете отправить открытку или фотографию в любую точку планеты. А я сейчас сделаю селфи на память, и пора двигаться дальше. Я в Никитском ботаническом саду, одном из старейших садов в России, который прославлен во всем мире. Его создали в 1812 году по указу Александра I. И здесь более 28 тысяч растений. На то, чтобы все посмотреть, мне и дня не хватит. Поэтому я сосредоточусь на самом главном. Здесь и тысячелетняя фисташка, и знаменитое земляничное дерево, которое еще называют деревом влюбленных, и за то, что оно сбрасывает кору, в народе прозвали бесстыдницей. А что еще я вам сейчас покажу? Вот этот кактус называется опунция. Ее завезли в Никитский ботанический сад из Мексики еще в 1824 году. И ценность ее не только в эффектных ярких плодах, а в том, что они оказываются еще и съедобные. Местные технологи даже научились варить из них компот. А еще я знаю, что в парке есть олива, которой 1300 лет. Очень хочется ее найти. Вот она, самая старая олива в России. Более того, в Южном Крыму растут самые северные оливы во всем мире. И их сорта отличаются тем, что плоды более маслянистые, а значит, более вкусные. И знаете, что придумали предприимчивые местные жители? Они покупают билет зимой сюда, в ботанический сад, как будто просто хотят полюбоваться красотами, приходят к оливе и начинают прямо с земли собирать плоды себе на угощение. И, кстати, успевают засолить их к новогоднему столу. Ну, насмотревшись на всю эту красоту, мне теперь хочется и самой попробовать оливочки. И здесь, кстати, можно ими полакомиться. Я возьму баночку. Спасибо. Пожалуй, продегустирую их прямо сейчас. Ну что, пришло время отведать местных оливочек. Они, кстати, не крупные, плоды довольно маленькие. Но сочные. Я оливки обожаю. Чувствую, мне бы в Крыму жить понравилось. Слушайте, шикарные оливки. За 600 рублей такая банка, по-моему, это хороший улов. Обязательно возьму с собой несколько баночек на сувениры, но не плодами едиными. Увожу с собой живое воспоминание о своей поездке саженец оливы. И спешу дальше. Это канатная дорога Ялта-Горка, главный аттракцион города. И кажется, это будет неоднозначное приключение в темноте. На самом деле, это реально аттракцион. Здесь жутко страшно. Она очень маленькая. С этой стороны открыта и закрывается на такую маленькую-маленькую щеколдочку, которую я сначала вообще забыла закрыть. Короче, ужас. Настрадалась, натерпелась уже. Фу. Ну, зато, проплывая вот над всеми этими крышами домиков, можно рассмотреть быт ялтинцев и даже увидеть их пушистых котов на крышах.
Вывод. На этой канатке лучше кататься при свете дня. А в вечернее время идеально побродить по неоновым улицам под полуночный шум прибоя, насладиться моментом и увести с собой один из лучших дней у моря. Ну вот и проводила замечательный день в Ялте. Прелесть крымской земли раскрывается для иных медленно, исподволь, но завладевает надолго. Навсегда. Так писал Константин Паустовский. И я думаю, что меня Ялта тоже еще долго не отпустит. Здесь и правда ощущение счастья не покидало меня весь день. С вами была я, Диана Джалалова. До встречи уже в следующем городе. Пока-пока.